Дорогие коллеги, что бы ни говорили скептики, но Содружество независимых государств состоялось и стало одним из эффективных инструментов обеспечения региональной стабильности. Но этот инструментарий нуждается в совершенствовании. Постоянно появляются новые вызовы, о которых только что говорил президент Азербайджана. Это яркий пример. Убежден, что в сегодняшних непростых условиях особую важность приобретают неуклонное выполнение взятых на себя обязательств. Не будем выполнять, о чем мы договорились, никаких у нас не будет ни союзов, ни впредь договоренностей. Реализация этих договоренностей не должна быть делом вкуса или личных предпочтений. За нами миллионы людей. Беларусь всегда следовала и будет следовать таким принципам. Уверен, что председательство в Содружестве при вашей поддержке мы сможем реализовать намеченные планы и заметно продвинуться во всестороннем укреплении государств-участников Содружества. Еще раз, уважаемые товарищи, заявляю о том, что мы выработаем достаточно конкретные, с учетом выступления нынешнего председателя, меры, направления нашего сотрудничества в рамках СНГ и через исполком вам их направим. Но, опять же, чтобы не занимать время, я чисто схематически очертил те направления, по которым мы готовы работать. Мы можем стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности. Благодарю вас за внимание.